С праздником вас, дорогие братья и сестры, с Рождеством Христовым. Христос рождается, славите. Христос на земле. Срящите, то есть ищите, да? Но одним словом, сегодня такой праздник, который несет нам мир, радость и счастье. Сегодня тот праздник, когда Бог пришел на землю и принес самую главную весть, которую ждали все народы. Он принес весть о спасении. Всех вас поздравляем с праздником. Желаем, чтобы всегда был Бог с нами, в наших сердцах, в наших душах. С рождественским поздравлением выступает приход храма святителя Луки воина Ясинецкого. Светлый праздник Рождества, нет счастливей торжества. В ночь рождения Христова над землей зажглась звезда. В ночь рождения Христова над землей зажглась звезда. С Рождеством, с волшебным зимним днем, пусть сегодня радуются люди, христиане, помните о нем, как о самом светлом в мире чуде. Слава вечная ему, побеждающему тьму, поздравляем всей душой с этой радостью большой. В этот день мы говорим о рождении Христа, в этот день молчать не могут наши детские уста. Здесь уютно и тепло, благодать кругом, в этом доме мы и спляшем, мы и песни пропоем. Yeah.
поздравляем и хотим пожелать от души, чтобы вас все невзгоды и напасти в этой жизни вас всех обошли. Родился он ночью в глубокой пещере, его окружили лишь птицы да звери, да ангелы, да пастухи и волхвы, а значит и люди, а значит и мы. То были времена чудес, в эти слова пророка, сходили ангелы с небес. Звезда катилась от востока. С великим дивом, днем рождения Христа, с приходом божества и вожделения. Он с неба к нам спустился неспроста, и этот день стал лучшим днем рождения. С рождественским поздравлением выступает приход храма Святаго Духа.
непостижимое. Бог принимает наш образ, чтобы восстановить образ Адама. Из Адама произошла Ева, причина смерти. От Девы Марии рождается Христос, ходатай нашего спасения. О, человек, уразумей, как велик нынешний день и как много даровано тебе Рождеством Христовым. Рожденный не просто младенец, но царь иудейский, и потому я, царь Мельхиор, подношу золото к ногам младенца, как царю. Рожденный младенец по Писанию – Христос, а потому я, царь Валтазар, подношу рожденному ладан, как Богу. Слово стало плотью, а потому и подношение должно быть по плоти. И я, царь Каспар, подаю душистую смирну, как человеку. Так радуйся, род человеческий, возвращаешься ты из страны горького изгнания в отечество славы, к Отцу милосердному. Адам и Ева вместо блаженства получили печаль. А мы вместо печали получаем радость. Родившийся младенец Христос радость спасения принес в этот мир. Господь открыл своим ученикам тайны Царствия Божьего и заповедовал им: «Идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что повелел я вам». И прошел Андрей Первозванный с проповедью Евангелия будущую землю Руси от юга и до севера. И на горах Киевских крест он установил и предсказал: «На сих горах воссияет благодать Божия, и город великий будет создан здесь, и церкви многие воздвигнет в нем Господь». И по всему пути воздвигал кресты каменные, крестя народ и свергая идолов языческих. Ой, ты солнышко, солнце красное, на востоке сходишь ты, солнышко, но не жжешь, не палишь землю русскую, а покой тишину ты душе даешь. На закате уходишь в палящий зной, свет небесный вокруг разливается, но не жжешь, бережешь ты Русь-матушку, Русь раздольную, землю вольную. Боже, братьям ссориться, да важничай друг перед другом. Отец, мои братья не хотят играть со мной. А хотите, я вам отдам свой шлем? Бери, Олег. А тебе, Ярополк, подарю свой меч. Не нужны нам твои доспехи. Твой шлем старый и совсем некрасивый. Да и меч деревянный, весь потертый. Глядишь, и того сломается. Забирай их обратно, защищайся. Трус! Да помогут нам боги! Да как вы меня можете победить? У вас даже боги разные! Рожденный от служанки князем быть не может. Не брат ты нам вовсе.
Отец, почему мы постоянно ссоримся? Почему я всегда печенек? Давайте объединимся и будем играть вместе. Дети мои, вы же братья одного гнезда, сыновья одного отца. Все вы Святославичи. Скажи, отец, что нужно, чтобы нам быть такими, как ты и твоя дружина? Сильными, смелыми. Запомните, сыны мои, вы князья, а власть правителя всегда держится на страхе и силе меча. Побеждайте всех. Не брат он нам. Боги сильных любят. Он трус, не воин. Дымом потянула из Доны реки. Засвистели пули казаки. Засвистели пули казаки. Засверкали в ночи острые штыки. Засвистели пули казаки. Засверкали в ночи острые штыки. Thank you.
сверкали в ночи в острые штыки. Засвистели пули казаки. Засверкали в ночи острые штыки. Что, княжич, голову повесил? Да братья снова смеялись надо мной. Трусом называли. Добрыня, ну я же не трус. Не печалься, ничего страшнее смерти не бывает, а ее не минуешь. Правда, Федор? Правда, Добрыня. А помнишь, княжич, когда печенеги Киев осадили, какой голод был? Люди друг друга опасаться начали. Я тогда и один боялся остаться. А уж умереть, то еще страшнее было. Вот если бы мы с братьями были вместе, то нам ничего бы не было страшно. Помню, Владимир. А еще помню, как один отрок-христианин спас город от гибели. Вот если бы не он, и не подоспели бы мы с твоим отцом и его дружиной вовремя. А как ты думаешь, этому православному отроку было страшно? Наверное, было страшно. Я смерти боялся. А он один всех от смерти спас. Это же сколько ему богов помогало! Это христианский бог ему помог, а он у нас един. Ничего не бойся, и ты будешь смелым князем, а смерть тебе придется еще не раз побеждать. Ты будешь настоящим воином и самым могучим правителем на Руси. Пора возвращаться в Новгород. Пройдет печаль, растает горюшка, не плачь, душа, нам не впервой. Лети легко, как птичье перышко, лети домой, лети домой. Ha!
настоящий шлем, значит, я настоящий воин. А у меня теперь есть богатырский княжеский меч. Вы, братья, еще маленькие, а мы с Настасьей будем Владимира от всех врагов защищать. Настасья, вас в дружину не возьмут. Подрастете, тогда поговорим. А сейчас, Василиса, нам давно в город идти, к Владимиру в дружину. Вот они здесь, и братья с ними. Как же проглядели мы вас? Да как же вы посмели-то одни-то от дома уйти? А если печенеги нападут? Почему крик такой подняли? Да вот, в Новгород собираются. Прости, княже, не уследили. Это не мы. Это Настасья с Василисой. Сыновей под присмотр, а дочерей в терем. Возьми нас с собой. Тятя, мы в дружину хотим с тобой рядом быть. В терем и под замок. Прошли. Вырос князь, стал мужем мудрым, воином смелым. О чем печалишься, князь? Поход был удачен, земли объединили. Поэтому со смертью рядом и хожу. У тебя все есть, княжеш единовластно. Жизнь сквозь пальцы уходит. Смысла жизни не вижу. Мучает меня это. Это ты мучаешься смыслом жизни. Ты, который от этой жизни берет все, что только пожелает. Зачем я живу? Чтобы убивать других?
и ждать, пока меня убьют? Народ мой разобщен многобожием. Нет Руси единой. Князь, ты зачем всех идолов на холме собрал? Федор, ведь ты же сам говорил, что земля у нас одна, князь один, и вера должна быть едина. Хочу всех богов наших объединить. Не боги это, а просто куски дерева. Нынче есть, а завтра сгниет. Не едят они, не пьют, не говорят, но сделаны человеческими руками. Я слышал, друг мой Федор, ты был на греческой земле и принял их веру. Да, Бог один. Ему служат греки и поклоняются. Я принял христианскую веру и буду служить Христу, Богу единому. Велю отправить мужей мудрых в страны разные. Знать хочу, чья вера лучше. Судьба переменчива, утром звонкий смех, слезы вечера, пыль сгоревших трав гонит ветер прочь, свет земли моей не погасит ночь. Безбрежная, в тишине слышней, песня нежная. Я не знаю, где счастье прячется, и смеется мне, а не плачется. Пожаловал. Княжны или воины? Забава, это же Настасья с Василисой. Похоже, сестра, мы кому-то помешали веночки плести. Мы для воинов лечебную траву собираем.
Ну да, конечно, хорошее место выбрали. Печенеги всегда появляются там, где забывают про опасность. А кто же подскажет им? Ведь среди них нет воинов. Если все будут воинами, то кто же будет одевать и кормить дружину княжескую? Я думаю, сестра, что кому-то нужно и крестиком вышивать. А мы еще и сапоги точать помогаем, и одежду для дружины шьем. Вот и хорошо, мы все одно дело делаем. Любава, у вас у православных все складно, да ладно. Приказ от князя Владимира. В поход собираемся. Масляное погорело, все мощи надоело. Всех послов проводили. Накормили, напоили и с почестями освояси отправили. Ты лучше расскажи, что наш князь послам ответил. Католикам Никитушка князь так сказал. Не приняли от вас крещение ни княгиня Ольга, ни киевляне. Идите, говорит, откуда пришли.
А мусульманам? Им он что ответил? Этим князь сказал так. Я, говорит, трапезу с дружиной делю. Что может быть для князя важнее? Друга верного в бою ратном. Мы, говорит, и на пир вместе, и в поход вместе. Все вопросы решаем тоже вместе. А евреи? Эти что князю рассказывали? Что рассказали? Не понял. Но только князь спросил их, а где же земля ваша? Как же вы иных учите, если сами Богом отвергнуты и по чужим землям рассеяны? Или нам того же хотите? Εάν ανομίας παρατηρήσεις, Κύριε, Κύριε, της υποστήσετε, ότι πάει... Если кто придет в нашу веру, то, умерев, снова восстанет, и не умереть ему вовеки. Если же в ином законе будет, то на том свете гореть ему в огне. Что посоветуете? Греки служат и поклоняются Богу единому. Един он для всех христиан. Сотворил он небо и землю, звезды, луну и солнце, и человека, и предназначил ему жить на земле. Что ответите? Был бы плох закон греческий, не приняла бы его твоя бабка Ольга, а она была мудрейшей из всех людей. Где примем крещение? Где тебе любо, княже? Вот и нашел я Бога единого, который объединит славян, как братьев, в вере единой. Едут лишь те, кто будет креститься в веру православную. Мы тоже отправляемся в поход по приказу князя Владимира. Так никто и не смеет отменять приказов князя. Мы очень рады, что избранница нашего князя православная. Все говорят о ее уме, смирении и добродетелях. А мы, как и вся дружина, примем крещение с князем Владимиром. Я уверена, что мы с принцессой Византийской обязательно подружимся. Она такая красавица. Ты права, Забава, ведь за душевную красоту все так любят принцессу.
тысячи взял Херсонес, сказал: «Простоит хоть 3 года, пока не исправите обман и не отдадите принцессу Анну». Нам нужен союз с русичами? Мир, он всегда надежнее, чем война. Князь Владимир прикрыл у города водопровод, обещает сделать то же самое в Царьграде. Господь призывает нас просветить идолопоклонников. Анна, ты должна принять предложение князя Владимира. Братья, но он же язычник. Без дружины князя не подавить нам мятеж в империи. Ты права, он язычник. Но и обмана-то он нам не простит. Его дружина взяла в осаду Херсонес. И он не уйдет, пока мы не выполним свое обещание выдать тебя за князя. Он уже оставил город без воды? Могу ли я противиться воле Божией и своим непослушанием лишиться вашей любви? С тобой будут священники для крещения князя Владимира. Ну что ж, будем прощаться. Готовься отплыть в Херсонес. Поехала Анна в Херсонесград, и священники с нею поехали. Все хотели крестить князь Владимира, омрачить его веру новую, христианскую. Но не сразу крестился славянский князь. Дал он Анне свое обещание, слово твердое, слово княжеское. После свадьбы решил принять веру ее. Посол от императоров византийских. Какой ответ ты мне принес? Царевна Анна христианка. За язычника она не пойдет. Ты, князь, должен креститься. Хорошо. Сыграем свадьбу и крещусь. Где свет? Ничего не вижу. Почему я в темноте? Что случилось? Не видел ты Христа, не ходил с ним рядом. Как ты уверовал? Как ты нашел Христа и предался ему? Скажи, как вселился в тебя разум, и ты стал стремиться к небесному? Разве руководствуясь умом или душой своей? Сие есть тайна непостижимая. Крестись, князь, и Господь дарует тебе чудо прозрения. Крещается раб Божий Владимир. Во имя Отца, аминь, Сына, аминь, и Святаго Духа, аминь. Теперь я знаю, что жить буду вечно и бесконечно. Именно эта вера созвучна с душой нашего народа. И нес Владимир свой крест правителя со смирением и страхом Божиим, и прославил Господь его чудом перерождения. Из всех чудес, творимых верой Христовой, самое душеполезное – это чудо обращения грешника в святого. Он был ночь и преобразился в день.
и взял с собой в Киев князь церковных служителей, мощи святых, иконы. Так родилась для князя Владимира, для сыновей его, а скоро и для всей Руси новая благословенная жизнь. Творец неба и земли, благослови всех новых чад Твоих. Дай нам познать Тебя, Бога истинного. Утверди в нас веру праву. Будь нам помощью в злых искушениях. Да восхвалим достойно святое имя Твое. Повелеваю отныне строительство в каждом городе храмов. Братья, будьте совершенны, как Отец ваш Небесный, и откроется вам жизнь вечная. Русь едина, и Бог един. Объединил он народы, дал веру единую, христианскую, и стали народы жить дружно, терпимее друг другу, добрее. И все это пошло от великого князя Владимира, и называться стала Русь державой святой и православной. Русь святая, храни веру православную. Ныне народ мой един и неделим. В этом вижу спасение нам. Верю, сохраним единую веру, единую страну.
как на нашу Русь, на святую Русь, пришла весть блага и радостна. Во пещере одной посредине гор родился Иисус, младенец Христос. Вифлеемский свет от звезды до нас. Он дошел, перешел, мы увидели, как на небесах хоры ангелов воспевают, поют словословия. А во всех церквях белокаменных в колокола звонят с переливами. А уж русский народ не нарадуется, славу Богу поют, славят Господа. Со звездой в каждый дом да с колядками для младенца Христа поют радостно. Застилайте столи, да сяди, мамами, радуйся, ой, радуйся, земля,
Сын Божий народиться, та й кладіть калачі з яєю пшениці, радуйся, ой, радуйся, земля, Син Божий народиться. Ідем, пане брате, відходи до хати, чистим серцем добрим людям закалядувати, чистим серцем добрим людям закалядувати. Вічно будем Бога славить за такой день торжества. Разрешите вас поздравить с Дня Христова Рождества. Разрешите вас поздравить с Дня Христова Рождества. Много лета вам желаем, много-много-много лет. Много лета вам желаем, много-много-много лет. Много лета вам желаем, много-много-много лет. Печки молотила, наше точки веяло, сурдяки.
кружится, вьюжится вновь над землею пушистый снег. Так поколения сменяют друг друга 2000 лет. Ангел небесный к вертепу зовет пастухов. Звезда Вифлеема к младенцу приводит волхов. Младенец от девы рождается, и новая жизнь начинается. Младенец Христос, научи нас любить и прощать, и Царство Небесного прежде земного искать, что мы были достойны любви Твоей, чтобы и в вечности нам оставаться в ней. И вихрем снежинки уносятся вдаль, забыты обиды, исчезла печаль. Младенец от девы рождается, и новая жизнь начинается. Он римскою армией всей не помешает спасению верных людей. Тем, кто сквозь годы и годы идут ко Христу, Господь посылает и ангела, и звезду. И вихрем снежинки печаль. Младенец от девы рождается, и новая жизнь начинается. И вихрем снежинки уносятся вдаль, забыты обиды, исчезла печаль. Младенец от девы рождается, и новая жизнь начинается. Thank you.
Благодарим наших ребят, которые нас поздравили с этим праздником. Мы еще благодарим вас, дорогие братья и сестры, за то, что вы нашли время, силы прийти сюда и поддержать, и вместе попраздновать, порадоваться в этот день Светлого Христового Рождества. Вы, наверное, заметили, что сегодняшний день особенный, и этот год особенный тем, что поздравление было направлено на Киевскую Русь, направлено на патриотизм, на единство. А на самом деле в этом году, этот год по церковному календарю посвящается тысячелетию князю Владимиру с дня его представления. Поэтому вся церковь не только в России, но и за границей, за ее пределами, там, где есть православные люди, будут почитать князя Владимира. И мы знаем, что цивилизационный выбор князя Владимира был сделан в пользу единства, в пользу не отдельных княжеств и разделения, а в пользу единства наших народов. Мы благодарим вас, детей, с праздником, с Рождеством Христовым!